Каждая десятая ложка сахара в стране произведена в Курской области. Предприятия по переработке сладких корнеплодов уже открыли новый сезон, в их числе заводы «Русагра». В нашем регионе работают 2 из 9 предприятий компании – Кривецкий и Кшенский. Последний введен в эксплуатацию в 1951 году. В сутки он способен перерабатывать до 5000 тонн сырья. В целом у компании в этом году амбициозные планы – принять и переработать свыше 7 миллионов тонн сахарной свеклы. Как эту задачу выполняют на Кшенском комбинате, расскажем в следующем материале. августа мы приняли комбинат, нашу первую машину с свеклой. Сезон начался переработки у нас, да, 72-й производственный сезон, и перед нами в этом году стоят амбициозные задачи. Нам предстоит, планируется у нас принять более 615 тысяч свеклы, из них производительность наша 5 тысяч, то есть получается у нас где-то в районе 120. Чуть больше дней переработки у нас получится. За этот сезон мы должны сделать 97 тысяч тонн сахара, 24 тысячи тонн патоки и более 30 тысяч тонн ранулированного жома. На данный момент мы приняли более 130 тысяч тонн свеклы и переработали уже более 96 тысяч сырья. Сейчас работаем круглые сутки по сменам, специалисты трудятся, решаем многие задачи. Также у нас перед сезоном был длительный период ремонта, который мы внедряли и как инвестиционные проекты, так и капитальный ремонт у нас проходили некоторого оборудования. Для достижения поставленных задач мы приложим все усилия, чтобы их выполнить. Хочу, конечно, пожелать сотрудникам нашим завода слаженной работы и достижения этих поставленных целей.